Мне здесь чуть-чуть страшно, я поехал отсюда. Дерево, спаси меня от людей, они все плохие. Ребят, всем привет! С вами Ильичев Антон, и вы на канале «Твоя душа». Как вы видите, друзья, я уехал в лес. Но, друзья, я поехал совсем в другое место, не туда, куда я ездил всегда, в Раменский район, платформа «Совхоз». Совсем другое место, я вообще здесь ни разу не был, платформа «Подосинки». Ехать мне 2 часа, я до 3 вокзалов не ехал, я до Казанского вокзала от себя полчаса. И еще от Казанского вокзала 2 часа я на электричке ехал. Выехал вообще там вот в 4 с чем-то электричка у меня была, с Казанского в 5:15. Я еле успел, там промежуток 10 минут. Друзья, идет дождь, я здесь ни разу не был, как нашел это место? В интернете что-то наткнулся, да, там... На самом деле место такое, очень любит туда народ приезжать, очень много летом там тусуется народу, такое место для кемпинга, и турпоходы, турслеты там все время какие-то проходят, вот. Но я думаю, что и надеюсь на это, что как раз вот в такое время года, во-вторых, дождь, да, вот сейчас дождь идет, правда, что народу там не будет. Там водоем есть какая-то речка, течет, забыл, как называется. Вот, друзья, но самое главное, вот здесь вот я по карте посмотрел, прямо около платформы, тут населенный пункт небольшой, какая-то деревушка, да, и тут кладбище есть. Блин, дождь все сильнее и сильнее, ё-моё, вышел из электрички, дождя не было. Сейчас вот все уже прям полил. Наверное, я буду какое-то укрытие искать, наверное, вот я буду сидеть под этой... На остановке, тут вот остановка, крыша небольшая, потому что я хочу сначала на кладбище проехать. Мне интересно, что за кладбище, как вообще, что там происходит. Может быть, убраться, я грабельки взял с собой на всякий случай. Может, получится убраться. Блин, ну я не знаю, что с дождем. Ну ладно, все, друзья, на связи, все, продолжаем нашу историю, друзья. Короче, сижу, дождик так и не кончается, Ну, в этом смысла нету, сидеть просто это трата времени. Вот я не знаю, что делать, или ехать на место, все, лагерь разбивать там это самое. Либо на кладбище поехать посмотреть, не знаю даже. И еще я хотел там... Там есть родник, потому что воду я не взял, потому что я смотрел по карте, там родник есть какой-то святой, водички там набрать. Блин, вот даже не знаю, друзья, что делать. Ладно, принимаю решение прямо с вами, друзья, с вами принимаю решение.
Доеду до кладбища, посмотрю, что вообще, как оно там, что там вообще такое. Ну, вроде прям тут недалеко. Вот, ну дождик идет, друзья, дождик идет. Вот, все. Поехал я, короче, на кладбище. Друзья мои, я шокирован вообще. Такое красивое кладбище, я в шоке, друзья. Я такого красивого кладбища не видел никогда в жизни. Я не хочу здесь громко разговаривать. Здесь такая тишина, но только железная дорога рядом. И меня так чуть-чуть настораживает, потому что я здесь, ну, не местный. Я не знаю, вдруг кто-то, ну, увидит. Потому что прям деревня находится рядом, друзья, вы посмотрите. Друзья, обратите внимание, что везде, значит, не кресты, а вот эти домики. То есть кресты домиками. Я вас прошу, друзья, кто знает про эти домики, расскажите, пожалуйста. Потому что я спрашивал у знакомой одной девушки. Вот, она мне говорила, что как бы эти, ну, вообще домики — это не христианская тема. Типа, это наоборот язычество. Я говорю, а почему же тогда делают? Ну вот, типа, делают. Друзья, ну здесь все в домиках. Друзья, здесь такая атмосфера вообще. Просто шикарная. Здесь аккуратненько все убрано, все чистенько. Здесь так мощно, мне аж прям дух захватывает. Правда, вот от этих домиков у меня аж мурашки просто по... Смотрите. Мурашки по мне ползают. Да, погулял я тут, походил. Мощное место, друзья. Мне здесь страшно даже чуть-чуть. Да, правда. Мне здесь чуть-чуть страшно. Я поехал отсюда. Некомфортно себя чувствую, ну, потому что как-то вот... Не знаю, ну, как-то вот место мне неизвестное, да. Вот, еще кто увидит, что вот тут хожу... Что-то это, не знаю. Все, дождик, блин, опять все еще сильнее и капает. Короче, это, поеду я до родника, там святой родник. Посмотрим, тоже интересно. Ну, делать нечего, что, дождь идет, ну, а что поделаешь. Все, поехали. Как родина, мать, меня под забором родила. Ребята, блин, это просто, я не могу передать. Такой воздух свежий просто, я не могу надышаться, елочками пахнет. Ой, мох такой там растет в лесу, я в шоке просто. Во, ребята, отдыхайте, ходите, гуляйте по лесу. Ну вот, кто, конечно, живет вот в городе, в Москве особенно. Блин, ну вот 2 часа на электричке, просто ты попадаешь в другой мир. Просто, друзья. Остановился. Не могу найти родник. Там спросил на станции у ребят. Мы не знаем. Живут здесь и не знают. Ну ладно. Остановился. Сейчас хочу навигатор включить. Родник надо посмотреть по карте, по навигатору. Вот, сейчас как туда приеду, на родничок найду, если найду, вот, сразу включаюсь, друзья. Блин, ну, ребята, это просто что-то невероятное. И дождь хоть и капает, но пахнет вот соснами или вот елками, блин. Класс. Thank you.
друзья, ну что, вот доехал я, до родника доехал. Вы видели, какими объемами набирают воду из родника, друзья? Просто шокирую. Такими просто связками бутылок по 5 литров набирают, просто машинами грузят. Святой источник. Блин, так долго ехал, устал на самом деле вообще. Ну, воздух просто потрясающий, друзья, потрясающий воздух. Значит, здесь святой источник и церковная лавка стоит. Вот смотрите, видно, как из трубы дым идет. Блин, вообще обалдеть. Я туда зашел, там церковная лавка. Там так классно, там печку девушку топит. Там так уютно вообще. Значит, мне налили чаю. Вот. Травяной чай мне налили. И там можно булочки купить. Я вот такой взял, вот какой-то медовый коржик. Очень классно. Вот. Обалдеть, я просто не могу. Вот я вам клянусь, друзья, не могу надышаться вот свежим воздухом вот этим. Просто обалдеть. Я сейчас отдохну, посижу. И мне еще надо ехать до моего места, вот где я хочу как бы ночевать. Вот, там водоем, там речка. Там как бы проходят вот эти турслеты. Будем надеяться, что там никого нет, чтобы поуединиться, чтобы с природой вообще. Вот, ехать долго, блин. Я, кстати, воды набрал. Я подошел туда, у меня там такая маленькая баклажечка, там литра 3. Я говорю, пожалуй. Он говорит, да, проходи, набирай. Да они там вот таким просто там машинами грузят эту воду. Я в шоке просто. Правда. В церковной лавке вот там женщина говорит, ну как, вы откуда? Я говорю, да вот там с Химок. Она такая, ну как у вас, тут у нас свежий воздух. Я такой, вы не представляете, я шокирован. Он говорит, да, вот дышите, дышите, пока вы находитесь здесь. Она в курсе. Ну классно, правда, я, друзья, обалденно. 2 часа от Москвы, вот. Новая миссия. Ну ладно, мы еще до конца-то мы еще не доехали, да? У нас еще путь там, мне еще надо до тут доехать. У меня рюкзак тяжелый на самом деле. Вот на велосипеде еще сумка. Вот. Все, друзья, пью чай и едем уже. Продолжаем свой путь. Ребята, блин, это вообще, здесь потрясающе просто, но вот этот мост очень хлипкий, я боюсь по нему ходить, идти, конечно. Оп-оп-оп-оп-оп, отлично, все, потому что по-любому этим мостом пользовались весь сезон. И видно, что он такой уже на исходе своей жизни. Фу, перешел мост, правда, страшно, реально. Друзья, ну вот, как бы, собственно говоря, и... Ну, классно здесь, прикольно, прикольно. Я представляю, когда в сезон, летом, здесь просто, наверное, не протолкнуться. Я почему и нашел это место, ну, как бы... Мониторил, здесь вот именно прям вообще фарш творится. Но сейчас вот вроде никого нету. Пока. Ну я вот прям бы где-то вот здесь бы прям остановился. Вот полянка. Сейчас я буду искать место, где мы будем с вами жить. Так, ну вот, хожу я тут. Ну, тут как, значит, получается речка. Внизу речка протекает, да? И вот такой вот подъемчик, здесь горочка. Ну, я там походил, да, там лес. Я же спиннинг взял, друзья, я взял спиннинг. Мы будем ловить, мы пробовать рыбку будем ловить. Я прям думаю, что я заморачиваться не буду. Прям вот где речка, встанем, где вот эти поляны прям. Ну, здесь чувствуется прям, здесь народ вообще прям адский отдыхает. Очень много всегда людей. Прям вот встанем, блин, нормально, классно вообще.
здорово. Ну вот, видите, как тут. И вот там речка прямо внизу. Ну вот она. А там подъемчик такой. Вон он, да. Горка. В лес. Там дорога, кстати, недалеко. Слышно, машины ходят. Вот. Ой, друзья, блин, это просто, смотрите, тут дерево есть, могу так сделать дерево, спаси меня от людей, они все плохие. Вот. Кстати, немаловероятно, что мы что-нибудь поймаем, друзья. Смотрите. О, красота, просто, друзья! Кайф. Вот, сейчас вот думаю, какое местечко... Вот прям у меня вещи там я положил, вот прям вот-вот, полянки, пожалуйста, вставай, не хочу, или туда пройти, посмотри. Ой, хорошо, как. Вот, все, сейчас прям найду место, и дождь идет, надо тент натянуть. Кстати, друзья мои, а вы мне, наверное, сейчас спросите, Антон, а как ты будешь спать, если твоя палатка и тент... Там, в совхозе мы ж прячем, правильно? Но, друзья, сейчас будет просто что-то невероятное, друзья. Вот. Сейчас я разобью лагерь. И вы все увидите, друзья. И вы все увидите. Все, друзья, разбиваю лагерь. Я улетаю на другую планету. На другую планету я улетаю под названием «Без людей». Все, я полетел. Я полетел. Друзья, я пошутил. Я не улетаю, я остаюсь здесь. Много слышал о гамаках. Люди ходят не с палатками, а с гамаками. Палатка у меня там осталась. Я вот все хотел, думал. Мониторил долго. В интернете там отзывы, видео смотрел. Думаю, ну блин, надо попробовать. Сейчас тем более не сезон. И купить его мне получилось не очень дорого. Вот. Кому интересно, там в личку в инстаграме напишите. Блин, друзья, это пипец, я туда лег. Это просто я в раю нахожусь. Сейчас я вам продемонстрирую, друзья. Друзья, это просто, это вот, блин, я не могу, это кайф. Ой, друзья, я даже встать не могу. Вот, первый раз будем ночевать в гамаке. Туда ножками, здесь головой. Там специальный кармашек под пенку есть. Я пенку постелил, прям от нее тепло такое идет вообще. Блин, друзья, я вот просто не могу. Ой. Ладно. Сейчас бы прям завалился спать, но... Нет. Блин, ну классно, да, друзья? Но выглядит просто, как будто корабль куда-то на другую планету сейчас уже улетает. Прям вообще клево. Это тент, сам гамачок и тент, вот. Так, друзья, дел очень много на самом деле. С гамаком разобрался, первый раз его ставил, очень там пока разбирался туда-сюда. У меня еще с собой тент, у меня еще с собой тент есть небольшой. Вот, я его сейчас тоже натяну здесь, чтобы под него вещи сложить и велосипед, потому что сиденье это пипец. Вот, тент натянуть надо. Надо определиться с костром и дров натаскать. И надо кушать, друзья, я уже голодный, я встал-то в 3:30. Я смотрю, у меня глазюки все красные. Вот. Ну, вы представляете, я вот просыпаюсь, и речка течет. Да? Блин, клево вообще. Дождик идет, друзья, дождик идет. Людей пока нету, пока нету. Видел, женщина с собакой проходила. Я даже не удивлен, то что деревня прям какой-то, ну, населенный пункт небольшой. Вот, все, друзья, сейчас натягиваю тент и уже, наверное, увидимся у костра, я кушать буду. Корабль.
У меня просто нет слов. Это... Я просто на таких на эмоциях, я прям не могу надышаться не могу, друзья. Вот честное слово. Костерчик разжег, и естественно наш котелок, друзья, я вчера прям быстренько сделал, у меня баночка там дома стояла. Вот, потому что все котелочки там у нас оставлены. Блин, классно, вообще покупать надо. Я на самом деле, где увидел, в интернете какая-то девушка такая супер крутая, там семинары дает по туризму, там по всему там миру, короче, ходит там с палатками. И она говорит, я вот такой вот котелок просто беру, и все. Я такой думаю, говорит, ну, она что там сидела, так, что я беру, там, что-то там на поход, там, такой-то, чтобы там минимальное место. Два котелка из консервной банки, один в другой так складывают, один побольше, поменьше. Я такой думаю, блин, мне надо быстрее консервную банку. Во, круто, не надо ничего покупать. И он легкий, вообще отличный. Я вчера суп варил. Я налил его себе в контейнер. Не разлился, отлично. Значит, знаете, как суп варил? У меня была говядина, я купил говядины. Нарезал такими большими кусочками. В кастрюле я на масле обжарил, чуть-чуть обжарил ее говядину, потом туда кинул лук и морковь. Лук мелко нарезал, а морковь прям крупно так конкретно. Тоже чуть обжарил и кипятком залил, и у меня вот это тушилось где-то часа полтора. Полтора часа точно. Потом я сделал потом я кинул картошки две. Вот так прям напополам разрезал, или три. Туда кинул, тоже чуть-чуть потомилось, потушилось на маленьком огонечке. И сделал обжарку такую конкретную. Помидор, ну, несколько помидоров и перец болгарский. Вот, он сейчас такой, перчик кушать можно, сейчас он такой доступный, нормальный, вкусный. Вот, обжарил, такая обжарочка жирненькая такая получилась. И туда зеленушки, чесночка, во, круто. Чеснок обжарил чуть-чуть, он, когда чеснок обжариваешь, он сразу масла свои отдает, вот эти эфирные, или как они там называются. И все, и потом его надо вытаскивать. Если что-то готовить чесноком, вот так вот его просто, я его просто вот так вот его ножом, пам, расколол, обжарил чуть-чуть с чем-то и вытащил щипчиками, и все. Его там держать не надо, чеснок, долго. Вот, и у меня супчик такой получился наваристый, вообще жесть, мяском. Я его сейчас вот это в баночке погрею. Вот, он вообще, я не знаю, вам, наверное, не видно. Вот, а я на самом деле голодный пипец. И сегодня целый день я встал в 3:30. То есть у меня силы на исходе, друзья. Вот. Силы на исходе. И я хочу половить рыбку. Такая водичка сейчас спокойненькая, так классно. Блин, ну вид вообще, да, согласитесь. Речка, лес, класс. Дрова есть. Я на самом деле переживал из-за дров. Думал, дров не будет, потому что здесь все лето кипиш такой. Есть дровишки, есть, нормально. Ну вот. Даже чуть не влезло. Я на самом деле вот это погрею и туда раз, в этот большой, и как раз погреется, и не очень будет горячо. Я, наверное, сейчас поставлю. Надо следить. Цепочка тоже, вот. Цепочка у меня есть. У меня все там, друзья, все там. У нас оставлено все там, на это, там, куда мы ходим, туда, в совхозе. Так что пришлось что-то приобретать, но, ну, то, что нету. Вот спочку ходил в магазин, купил. Блин, гамак вообще это жесть просто. Блин, он так круто смотрится. Будет, не знаю, блин, ну я в нем посидел, покачался просто. Это кайф какой-то, я даже не могу передать. Посмотрим, как будет в нем спать, комфортно или нет. Так, ну вот у нас тут сейчас супчик
супчик погреется, ребята, я покушаю и попробую что-то рыбку половить. Ну все, я поел хоть. Ой, отлично. Блин, такой кайф, еще так супчик так дымком чуть-чуть отдает. Знаете, так угольками какими-то. Ну вот, дымом. Блин, класс вообще. Очень удобно. Около воды. Раз, сразу посуду помыл. Там спуск есть, типа пляжика небольшого. Классно. Вот то, что плохо в том нашем месте, на совхозе, там нет воды. Вот это очень плохо вообще. А когда водоем, блин, ну просто удобно и рыбку половить, и посуду помыть, и искупаться можно, и умыться, помыться. Ну, классно. Вот. Попробуем поймать окуня на резинку, на отводной поводочек. Ну, кто знает, кто там рыбалит, на отводной поводок. Вот, у меня тут букашечка такая некая. Повесили. Все, сейчас буду кидать, друзья. Как что-то может быть. Поймаем. Сразу включусь, покажу. Часа два ходил, наверное. Ну, часика два, да, точно. Блин, что-то не клюет ничего. Блин, такая классная погода. Вообще, хорошо, что нету дождя. Вот сейчас уже кончился дождик, а так вот он лил. Сейчас дождя нет, тишина такая. Какие места классные. Вот для щуки прям вообще вот щучьи места. Не знаю, что-то не берет. Может, здесь нет рыбы вообще, не знаю. Устал уже ходить. Ну, я вот так вот. Тут буквально 100 метров в одну сторону от нашего лагеря, 100 метров в другую от нашего лагеря, и постоянно подкидываю в костер дрова, потому что вечером угольки пригодятся, я буду готовить там в фольге индеечку будем делать. Вот, а сейчас пойдемте пить чай, друзья, и еще чуть-чуть перекусим. Что-то у меня опять я проголодался. Да, пойдемте, я вас... Вот так вот возьму, друзья. Вот смотрите, какая красота, да, смотрите, какая красота вообще. Речка такая, коряжничек, тинка, не берет, не знаю. Еще интернет так плохо ловит. Не знаю, сейчас, может, посмотрю по мониторе, вообще здесь как бы рыбу-то ловит. А вот так вообще никаких признаков нету, что вот как бы рыбу здесь ловит. Знаете, там ни рогатулик не стоит, такого ничего нету. Каких-то вот от снастей, там штучек, ничего. И знаете, что хочу сказать? Довольно-таки чисто здесь. Ну, мусор так еще и видно, да, где-то там накидан. Но люди убираются, да, приходят, убираются. Вон наш лагерь. Друзья, блин, ну, знаете, мне очень, ну, пока вот прикольно вообще, ну, классно. Классно. Отличается от того нашего места. Вот, наверное, вот эта вода, вот эта смена обстановки, блин. Классно. Людей пока не было. Пока не было людей. Не знаю, может, вечером. Потому что вот здесь вот такая вот, смотрите, вот дорожка. И видно, что-то вот на квадроциклах катаются. Видно такие шипы. Вот наш костерчик. Ой, друзья. Вот так вот. Вот я постоянно подкидываю бревна. На вечер угольки, чтоб были. Вот. Ой. А, знаете что? Видел птицу. Возра птиц там видел я. Птица, ну, я их не различаю. Короче, черная. Прям черная вообще, как ночь. И очень большая. Прям такое пролетело. Я вот здесь как раз спиннинг кидал. Блин, ну реально большая такая мощная птица и черная. Не знаю, такой ворон большой может быть, я не знаю, вряд ли. Такая большая, урси бы унес вообще легко, нашу урсю так взял бы, и она бы с ним улетела. Да,
лес. Желтенький лес уже, друзья. Лес уже желтенький. Елочки одни зелененькие, а так уже, ну еще не совсем, но трава зеленая. Травка зелененькая. Вот так. Кстати, друзья, насчет самого любимого блюда. Я вспомнил, какое мое самое любимое блюдо, и я это осознал. Это, знаете что, друзья, это селедка под шубой. Друзья, селедка под шубой — это мое самое любимое. Я очень люблю вообще. Но я вообще никогда его не делаю, потому что она очень сложная, замороченная. Ну, я обожаю ее, просто обожаю. Надо как-нибудь сделать. Так я не делаю сам, кто-то вот там, родители там, ну вот, родственники делают, я там это, у них там иногда беру. А вот сам я ни разу не делал. Можно будет сделать как-нибудь вечерком, да. Так, друзья, ну ладно, на чайничек сейчас поставили, чаечек еще перекусим с вами. Может, еще походим. А, вот точно, смотрите, я сказал, на квадроциклах. Вот ребята катаются. Во, вот первый раз вот за весь день одну бабушку встретил, женщину с собакой. И вот ребята на этих, наверное, сейчас вот мимо поедут. Вот так вот. Ну ладно, сейчас чаек будем делать. О, вот чаечек. Чаечек приготовился. Пока чай готовился, закипал, я перекусил. Я еще вчера вечером яйца варил специально. 4 яйца сварил, сырку чуть порезал. Сыр у меня там дома и чуть-чуть есть. Я покупал. Вот, и в лоточек положил яйца прям вареные. И сырку туда. Ну и сыр нарезал тоже. Вот, сейчас съел 4 яичка, сырку. Сейчас чай буду пить. Нормально, так отлично. Ребята проезжали, но не на квадроциклах, а просто на спортивных таких этих, как его, мотоциклах, короче. Блин, классно вообще так. Ну, даже не остановились, ничего не спросили. Вот. Там еще вот на том берегу машина приехала, мужчины с женщиной что-то вышли, что-то гуляют, просто ходят. Вот, тоже, наверное, приехали вот подышать свежим воздухом, может, после работы. Кстати, давайте посмотрим, сколько время. Время 3.13. 15.13. А вот уже как будто темнеет. Я думал, на самом деле, уже часов 5. Думал, что-то темнеет, что ли, уже. Да нет, еще не темнеет. Вот, костерочек так раз. Все, бревнышки подкидываю. Вечером индеечку будем делать. Она у меня, кстати, давайте покажу вам. Второй раз я ее купил. Сейчас покажу. Вот такая в вакууме индейка. Голень индейки в маринаде. Это я во Вкусвилле. Есть, у нас такой магазин есть. Ну, у нас есть в Москве. Вкусвилл называется. Не знаю. Вот. Есть ли у вас такие магазины? Очень классные магазины. Вот помните пиво безалкогольное? Я тоже там брал. Один раз брал уже, в духовке дома делал. Просто классно, отлично. И вот, я думаю, мы раз в эту фольгу и в угли. И будет классный ужин. Вот. Вон там что-то ходят. Гуляют, короче, люди тоже гуляют. Так, чай еще горячий. У меня кружки нет, я прямо из банки буду пить, вы же знаете, да? Но еще горячий очень. Вот, сейчас чай попью и буду пробовать ложиться в гамак. Ну, я просто сидел, устанавливал его, а так прям я еще не ложился. Потому что тоже там надо его настраивать. Выше-ниже делать, чтобы было комфортно. Вот, сейчас чай попьем, друзья, и пойдемте будем смотреть, как в гамаке нам лежаться будет ночью. Может, еще спиннинг покидаю тоже. Время, если не стемнеет быстро. Вот, пьем чай.
Ну что, надо вот пробовать ложиться уже. Пробует ложиться. Главное не уснуть. Оп. Так. Спальный мешок я положил вовнутрь. И вот так он у меня сейчас еще закрытый. Так. Ну что? Сетку пока это москитную. Было вам видно. Так. Вот, там, по идее, как чуть-чуть по диагонали надо ложиться. Но. Блин, если честно, что-то я пока не пойму. Что-то я не понял. Не понял что-то. Сейчас я спальный мешок выну. Что-то там бобер, что ли, плавает какой-то. Так. Стенка у меня вот там внутри лежит. Раз. Так, так, так. Ну, я что-то не, на самом деле не пойму. Ну, так как-то непривычно очень. Да, необычное такое. Просто пенка лежит, да? Пенка лежит, она же вот такая. Там вроде как-то по диагонали ложатся. Он такой, видите, широкий. Ну я, наверное, буду вот так прям. Блин, вообще, это кайф просто. Вот, а как же я буду крутиться? Можно, например, крутиться? Слушайте, ну вот, да, я на боку вот так, как обычно, раз. Ну, короче, есть, гамак он есть, друзья. Гамак он есть. Сейчас я выну пенку, попробую без пенки. Потому что как бы пенка не по всей площади, да, лежит. И вот как-то непонятно. Сейчас я выну. Вообще, по идее, с ней надо спать. Тем более уже. Ну, летом-то понятно без нее, но вот. Ага. Так. Как-то вот так. Ну, вроде чуть-чуть покомфортнее без нее. Блин, у нас, блин, я не знаю, друзья, честно, я не знаю. С этим гамаком первый раз в жизни. Ну, вообще, вот так вот, вот. Это подстежка, как бы, она вот. Ну, вот так вот. Просто кайф. Ну я просто, я лежу и я засыпаю. Я засыпаю, потому что встал-то в 3:30, да? Вот всякие в отдых, вот так просто там на нем лежат. Блин, круто вообще, друзья мои. Гамак. Фу. Вот. Ну, короче, такая история. Расскажите, может, кто-то в поход тоже ходит, у кого гамак. Просто на самом деле, его надо как-то правильно регулировать. Я просто много там видео смотрел про него, да. И вот как-то надо подобрать, чтобы прям было очень-очень комфортно. Ну, я ничего не буду переделывать. Вот. Будет так у меня. Так, раз. И нормально, да? О, почему-то в середине сильно как будто натянуто, а вот тут вот нет. Я что, не упаду я вот так-то? Да нет, вроде не упаду, да?
Вроде не должен вот так. Я представляю, пьяные там люди, которые ходят там в эти в поход с гамаками. Он прям вот так. Прям с гамака блюют, наверное. Так делают они. Слушайте, блин, ну. Ну вот так вот тоже как-то по диагонали. Во! 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 О! Ну, короче, гамак есть, друзья, выхода нет, все равно спать придется, да? Вот, я там бревен еще натаскал, дровишек. Вот, хочу, когда спать ложиться, бревнышко положить, чтобы чуть горели, тлели, чтобы, типа, сигнализировал костер, что тут кто-то есть, да, чтобы, может, кто-то ночью там будет кататься или чего-то, увидеть, что это, может, что-то там начнут, может, лезть там. А что костерчик горит, значит, как бы люди стоят, все нормально. Вот опять дождь пошел. Да, опять капает дождик. Вот, ну, друзья, извините, что так не очень, вроде экшена мало, да, вот в этом. Но мне очень здорово. У меня вот такой гамак. Ой, блин, это жесть просто. Класс. Вот такой гамак есть. Блин, там до земли-то чуть-чуть немножко. Ну, а вообще, короче, там как должно быть, чтобы гамак, вот вы на него сели, вот так вот что-то могли делать. Чтобы у вас ноги вот касались пола. Вот, так я его, по идее, правильно повесил. Вот, ну ладненько, друзья. Дрова подготовил, сейчас спать. Блин, вот сейчас время-то еще рано, да? А сейчас лягу, я сразу усну, а потом ночью что делать? Вот, сейчас еще, может, спинник покидаем. Вот, туда-сюда. Костерчик горит. Дождичек пошел. Вот, все. Будем держать связь, друзья. Я за собой заметил что-то такую телегу, то, что вот уже давно, на самом деле, заметил. Вот, все, приехал, все нормально, дров натаскал, дров тьма, вон у меня дрова есть, вот. Вот я, у меня бревнышко что-то тлеет, надо мне, ну, короче, надо костерчик там подсыпать дровами, и я почему-то не могу эти дрова использовать, мне их жалко, я их как будто на потом, и вот что-то у меня вот это уже зациклилось так, то, что я вот сейчас хочу подкинуть дрова, и я пошел опять что-то набрал, каких-то палок, сейчас буду закидывать костер. Как-то вот у меня непонятная почему-то такая вот правда какая-то история. Дрова есть, но их использовать мне нельзя почему-то. Сейчас так чуть-чуть накидаю на костерчик. Уголечки, чтобы были. Еще спиннинг хочу покидать. Еще покидаю, еще не темнеет. Вот. Не знаю, что, народ будет вечером, нет. После работы, мне кажется, все равно люди придут гулять или с собаками, или просто гулять. Наверное, может, часиков 7, 8, 9. Ну, мне так кажется, не знаю. Сейчас пока вот что-то кто-то бегал там, больше никого не видел. Такое место шикарное. Такая заводь, такая для щуки. Щука должна стоять. Должна сейчас клевать, сейчас осень. Уже кидаю, уже где-то минут 40 опять хожу. Тишина прям такая вообще. Не, вообще. Ничего, не потычки даже. Здесь как-то тихо, знаете, вот когда щука жрет, у нее жор идет, она там чавкает, там гоняет малька. Здесь что-то тишина какая-то. И, блин,
помониторить бы вообще в интернете, что здесь рыба есть, нет. У меня здесь интернет плохо ловит. Вот. Интернет плохо ловит здесь у меня. Вот, ну ладно, пойдемте, наверное, к костру. Сейчас, может, еще чуть-чуть потом попозже хожу, посижу чуть-чуть. Такое место классное, вообще прям щучье место, друзья. По щучьему веленью, по моему хотенью. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ну, хоть одну поймай, так просто увидеть, испугаться. Вот, все равно как бы отпускать же надо рыбу. У нас так ее мало. У нас ни в Карелии, там, ни где-то. Вот. Ну, видно, что уже денек чуть-чуть так сдает. Уже чуть-чуть потемнело, немножечко совсем. Вот. Какая ночка интересная будет у нас в этом гамаке. Не знаю, еще до вечера надо дожить. Кстати, грибов тоже что-то я не видел. Грибов нету, рыбы нету. Ой, ну не могу надышаться, друзья, так классно. Ой, этот воздух вообще здоровский. Ну вот, уже и стемнело. Друзья, вот время сейчас 18:33. 18:33. Темень просто, вообще темно. Просто вот выколи глаз. Фонарей нет, ничего не освещает. Ну, как бы, не то, что в городе, да? Ну, я поражен, то, что, блин, ну, елки-палки, ну, половина седьмого, а уже темно. Просто вот уже стемнело полностью. Звезд не вижу, ни одной звездочки нету. Вот. Недавно же лето вроде было, там, в 12 часов темнело. Сейчас пол седьмого, все, темень. Вот. Кушать пока вроде не хочу, но все равно сейчас вот, наверное, у меня вот это прогорит. Будем индейку делать. Покушаю, да и спать лягу. Потому что очень рано встал же. Вот. Бобров что-то я пока не слышу никаких, никто там не плавает. Завтра, может быть, с утречка еще спиннинг покидаем, посмотрим. Вот, или встану, проснусь, да или домой поеду. Ну, еще ладно, еще надо, время полседьмого только. Еще надо до вечера дожить и ночь пережить. Вот. Вот такие дела, друзья, сейчас... Сейчас дрова прогорят и, наверное, индеечку закинем, фольгу я оберну ее. И вот так вот. Так, ну потихонечку надо... Так, вот фольга у меня, значит, вот у меня фольга. Так, была большой ошибкой сложить ее так. Ну ладно, вот вроде нормально. Так, наверное, вот так. Так, ну вот, значит, у нас индеечка. О, так. Так. Пахнет вкусненько, такой маринад нормальный. Так. И еще разочек заверну. Так, ну уголечки-то есть угольки. Что, целый день костер горел. Вот так я ее раз положил. Ой. Так. Вот так вот.
Ну вот. Только я даже не знаю, сколько. Давайте. Сколько? Час? Давайте час. Вот такая индеечка получилась. Очень там жар такой прям сильный в костре, в углях. Тут видите, вот она сгорела даже чуть-чуть. Жир там капал, все шипело. Вот такая индеечка получилась. Конечно, не как дома в печке, но я думаю, должна быть вкусненькая, друзья. Все равно больше ничего нету. Да. Целиком я ее, конечно, не съем. А может и съем. А, у меня там есть это. Каша в банке. Перловка с тушенкой. Сгорела кожа, не очень вкусно, горевшие как будто какие-то перья. А так вкусное мясо. Ну ничего, нормально, съем. Вот такой кусочек вот индейки, значит, стоит 300, ну 350 рублей где-то. Что-то у меня все изо рта вылетает. Вы вкус вилли, 350 рублей. Голень в маринаде. Ну вот, закончился сегодняшний день. Друзья, для меня этот день был очень насыщенным, я скажу вам, да, честное слово. Дорога очень длинная, около 3 часов. На кладбище ездили, потом поехали на родник. Да, там чай попили, посидели. Я был, конечно, шокированным. Шокирован я был, конечно, какими объемами там люди воду набирают. Ну просто, ну куда столько? Вот такими вообще тюки. Вот. Вот, много-много ездил я, довольно-таки прям по, ну, дистанции такие. Это не как в совхозе, там от электрички пешком-то 15 минут, на велосипеде вообще 5 минут там ехать. Ну там все равно на кладбище я тоже гонял там далеко. Да, далеко там тоже. Ну вот, за дровами я тут ходил, рубил эти бревна, вообще весь мокрый. Со спиннингом походили, да, ничего не поймали, но ничего страшного, это на самом деле хорошо, мы рыбку не повредили, все отлично. Вот, что хочу сказать. Друзья, все, я уже спать, сейчас время, конечно, еще рано, сколько времени-то у нас? Время 8:07. Вот, друзья, все, я пойду спать. Не буду я, наверное, накладывать бревен, вот пусть вот это прогорает, да и все. От индейки там остались вот эти горелые какие-то объедки там туда-сюда, то, что я не докушал. Отнес подальше туда в лес. Вот. То там ежики, может, всякие приползут, если здесь оставить. Туда отнес, туда он, они скушают, там мышки всякие. И будет им вкусненько очень, все отлично. Вот. Друзья, что хочу вам сказать. Спасибо большое за сегодняшний день, что вы со мной его провели. Очень приятно. Кстати, друзья, вот здесь я лежал, когда ждал, пока готовится. Очень тепло лежать так комфортно на пенке. Нормально около костра. Вот сейчас комаров нету, да, комаров нету. И комфортно лежать. Вот, интересно, ночь можно вот так... Вообще, я знаю, там люди прям около костра ночуют. Вот. Интересно, смог бы я? Ну, вот только вот в такое время года, когда комаров нету. Потому что летом, когда комары, это, ну, это нереально ночевать. Просто нереально с комарами. Вот так вот можно, да, вот прям вот
мне кажется, поспать отлично будет. Вот, да, друзья, еще раз повторюсь, спасибо за сегодняшний день, что провели его со мной. Вот, пойду потихонечку в свой корабль и улечу на несколько часов на другую планету, друзья. Вот. Всем здоровья я желаю, хорошего настроения и не болейте. Друзья, увидимся теперь во второй части «Ночь после гамака». Буду рассказывать свои ощущения, как я спал, хорошо ли, плохо. Вот прям буду все вам по полочкам и сравнивать с палаткой. Вот. А сейчас, друзья, я вас приглашаю погулять по кладбищу, в которое я заезжал утром. Все, до свидания, мои хорошие, я пошел спать.